Во внутридворовом проезде на академический автомобиль Volkswagen загадочным образом перескочил 20-сантиметровый бордюр, перевернулся и упал под балконом первого этажа. На месте происшествия побывала моя коллега Мишель Арманд. Авария на улице Академической около 5 часов дня. Автомобиль «Гольф» перескочил через бордюр и упал под балкон первого этажа. По словам очевидцев, в машине находился ребенок и водитель, мужчина. Вот что они увидели, когда прибыли на место аварии. Приехала скорая, на носилках его подняли. Тем не менее, он через несколько минут вышел со скорой своим ходом. Видите, где ты сбежал? Никто не дает информации, где он находится. Очевидцы, что он там пришел. У нас вот это вот происшествие, но подошло. Соседи не на камеру рассказали, что мужчина был, мягко говоря, нетрезв. Пока наша съемочная группа общалась с очевидцами, полиция отыскала настоящего владельца авто. Водительские права у него были при себе, а о месте нахождения техпаспорта он ничего не знает. Водителя экстремала разыскивает полиция. С места событий Мишель Арманд, Игорь Казанжи, 7 канал.